Для того, чтобы выучить математику, важно не только найти подходящего учителя, но и уметь размышлять, ошибаться и исправлять свои ошибки. Для этого мы запустили уникальный формат индивидуальных уроков, где ученики максимум времени уделяют практическим заданиям. Наша главная задача – при поддержке преподавателя научить ребенка принимать решения в сложных ситуациях, например, на контрольной или экзамене. Как устроены параллельные классы? Преподаватель подключает к уроку сразу несколько учеников, дает им индивидуальные задания и по очереди занимается с каждым, пока остальные заняты самостоятельной работой. Каждый ученик занимается в своем темпе по индивидуальной программе. Она учитывает его цели, потребности и интересы. Преподаватель поддерживает персональный контакт с каждым учеником и не сравнивает их друг с другом. Если ученику понадобится помощь, он всегда может нажать кнопку «Поднять руку». Преподаватель подключится к нему и ответит на все вопросы. Каждый ученик заранее выбирает время начала урока в персональном расписании. Для лучшего результата мы рекомендуем заниматься не меньше 2 раз в неделю. Ученики смогут заниматься с сильным преподавателем по более выгодной цене. Так как он не тратит время на ожидание, пока ученик решит задачу, за это время не нужно платить, поэтому такие уроки в 2 раза дешевле обычных. Параллельные классы разработаны для учеников с 7 по 11 класс, чтобы помочь им подтянуть пару трудных тем, увеличить среднюю оценку на балл, подготовиться к контрольной или экзамену.